Аграрии Полоцкого района приступили к уборке зерновых культур. В хозяйстве Полота отпраздновали зажинки – начало уборочной кампании. В череде народных праздников в Беларуси есть один, к которому белорусы относятся с особым трепетом – зажинки. В Полоцком районе его отметили в сельхозпредприятии Полота. В Полоцком районе работы уже идет 2 недели. Мы убрали весь озимый рапс, обкатали зерноуборочные комбайны и сегодня приступили к уборке зерновых культур. Комбайны готовы, люди настроены, каждый знает свой маневр, поля подготовлены, сушилки тоже готовы к приему урожая. Поэтому я думаю, что мы уберем урожай вовремя и без потерь. Начало уборочной осветил священнослужитель Полоцкой епархии, который прочитал молебен на хороший урожай. Традиционный хлеб-соль главе Полоцкого района. Наш Полоцкий район! Несмотря на капризы погоды, зерновые культуры подходят повсеместно. Полочина, как правило, вносит весомый вклад в урожай страны. Впереди 11 тысяч гектар уборки урожая. Это яровой, зерновой рапс, зерновые культуры, семена клеверов, овощи. На мероприятии присутствовали главы местных сельхозпредприятий, которым наряду с аграриями предстоит горячая пора. Так и будем убирать, погода предстоит. Все зависит от погоды от нас. Комбайны уже вышли на поля, расположенные на легких песчаных почвах. Сейчас все силы брошены на уборку озимой пшеницы. Средняя урожайность составляет 36 центнеров с гектара. В целом хлеборобам области предстоит убрать зерно общей площадью в 343 тысячи гектар. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.